Вот уже год, как нет с нами уважаемого доктора Кураева. Это был необычный человек. Необычный человек по меркам Самарканда. Это был необычный доктор по меркам Самарканда. Это был необычный интеллигент, человек по меркам Самарканда. Я его знаю, ну сколько, последние 40 лет, 35 лет, потому что, будучи кардиологом в Самарканде, он ко мне не раз обращался, и я до сих пор помню и никогда не забуду его как человека и как пациента. Это был очень четкий человек. Это был пациент, который мог любого врача своим взглядом насквозь прочитать. И он сделает заключение за 5 минут. Стоит с этим врачом продолжать общаться или надо менять врача. Это был пациент, которого надо было убедить и доказать, что твое мнение правильное, что вот так вот надо делать, иначе он этого делать будет никогда. Этот человек всегда говорил коротко, ясно и никогда лишнего не говорил. Никто, я думаю, никогда не видел, когда бы он был неопрятно одет. Никогда, никто его никогда не видел, когда на нем была неглаженная рубашка или неглаженные брюки. Он был интеллигентом до мозга костей. И общался он с людьми в Самарканде, которые были интеллигентными и вращались наверху в обществе. Вот такой это был человек. И болел он тоже по-интеллигентски. Как? Он никому не давал лишних проблем. Он сам знал, что ему надо. Он знал, как ему лечиться. Он знал, к какому врачу ему идти. И я помню, год назад, когда уже он был прикован в постели, и когда мы с Борей приходили навещать к нему домой, он также спокойно, тихо болел, хотя ему было совсем неспокойно, ему было совсем нехорошо. Вот такой это был человек. Я думаю, свои гены он передал Боре, передал Стелочке, потому что Боря у нас тоже такой же спокойный. Боря знает, что он должен делать. Боря знает, что ему надо. Я думаю, когда мы будем на Борю смотреть, мы еще долго будем говорить «Худо рахмат карабоша дадета». Стелочке он дал много ума и мудрости. И глядя на Стеллу, мы тоже будем еще не раз вспоминать добрым именем ее отца. Мы долго будем еще его помнить, особенно тех, которых он лечил, а их было немало в городе Самарканде. Были врачи, которых он учил, как правильно работать. Таких тоже было немало в городе Самарканде. И мы будем еще долго вспоминать его добрые дела, его доброе имя. Илюем рахмат карабоше.